И волшебного утра, дорогие друзья! Приветствую вас от всей души. Несколько дней у нас был пропуск, я уезжала, была в Турции, но сейчас мы возобновляем наши ежедневные смехозарядки, запускаем смехоэнергию. Я рада вас приветствовать. И давайте мы с благодарностью этого утра возьмем охапку воздуха, наберем полный животик счастья, радости. Задержим, задержим, задержим. И выдох. И еще раз вдох. Животик надувается, надувается, забеременели счастьем, радостью. И выдох. И, друзья, открывайте, пожалуйста, окошки, потому что энергия залетает в открытые окошки, когда мы ставим заслонки, но энергетический обмен мы сами себе прерываем. Поэтому буду рада от вас получать обратную связь. Вот эти вот черные окошки, Тамара, Наталья, там Айгуль, черные такие окошки. Да, открывайте, хочу видеть ваши лучезарные лица, ваши блестящие глаза, ваши улыбки. Хорошо? И сейчас мы потянемся, станем на носочки. И будем тянуться, тянуться. И по очереди правой рукой. И по очереди левой рукой. Улыбочки все надели. Да, правой рукой. Левой рукой. А теперь правой тянемся, а плечо вниз. Тянется у нас только рука. А плечо вниз. И левая рука тянется, а плечо вниз. И теперь тянемся двумя руками, а плечи не поднимаем. Да. И для тех, кто первый раз, я немножечко расскажу, что такое йога смеха. Мы немножечко пока будем подтягиваться вправо-влево. Да. А йога смеха – это тренировка. И вообще наша смехоэнергия, она даже больше не про смех, а она про здоровье. Это тренировка, которая запускает все-все наши процессы организма, усиливает кровообращение, несет кислород к нашим органам, к нашему мозгу, что является профилактикой деменции, профилактикой инсульта, несет кислород к нашему сердцу, ко всем нашим органам. Да, у нас начинает работать лимфа. Да, у нас качается пресс, когда мы тренируемся, мы избавляемся от лишних калорий, мы прокачиваем фейсбилдинг, потому что, смотрите, когда мы грустные, ходим такие серьезные, у нас как, видите, куда складки идут, а когда мы улыбаемся, мы поднимаем наши щечки, и мы совершенно другие мышцы прокачиваем, поэтому йога смеха – это еще и фейсбилдинг. И давайте мы сейчас разотрем наши ладошки. Да, и смотрите, наш мозг, он не различает искусственный или настоящий смех. Поэтому в любом случае, выполняя упражнения, мы наполняемся силой, энергией и гормонами радости. Растерли, растерли, хорошо, хорошо ладошки, похлопали, да. Так, чтобы к нам прилипало счастье, радость, здоровье, денежки, добро. Так, и умылись вот этой вот энергией, да. И когда просыпаемся, всегда просыпаемся с благодарностью, всегда просыпаемся с радостью и говорим: ну надо же было уродиться такой красавицей, такой умницей. И давайте немножечко массажик сделаем, да, чтобы у нас личико хорошо-хорошо вот проснулось, мышцы все проминаем, да, чтобы у нас речевой аппарат тоже хорошо работал. Массаж лица, да, вот так. И обязательно все-все делаем на улыбке. И два пальчика взяли, хорошо-хорошо разгоняем лимфу. Один пальчик впереди, другой за ушком. И когда мы делаем это упражнение, знаете, мы избавляемся от второго подбородка. Да, оказывается, вот так вот. Хорошо, хорошо, да, лучший день, да. Хорошо, веки сейчас проработаем с вами, верхние веки. Поставили пальчики, не даем закрываться, глазки через силу опускаем, да,
Веки держим пальчиками. Вот так, да. Хорошо. И давайте немножко проработаем наш речевой аппарат. Вот здесь все попроминаем хорошо. Верблюда жуем. Или корова, как хотите. Давайте проверим. У всех получается? Если не получается, значит, нужно еще проработать нашу артикуляцию. Давайте язычок покусаем от основания к кончику и назад. И все делаем на улыбке. Теперь вот так язычок поворачиваем. Лопаточкой. Потянулись к носику, к подбородку. Хорошо, молодцы. Потянулись вверх и на выдохе лошадку. У всех получается. Еще раз вдох. И со звуком. Хорошо. И берем два волшебных кубка. И в один набираем радугу счастья, а в другую здоровье, энергию, добро. И все это смешиваем на четыре счета. Наклоняемся. Смешиваем, смешиваем, смешиваем. И пьем, и смеемся. Еще второй бокал остался, и мы этот второй бокал на себя выливаем. И на друг друга брызги счастья, радуги, здоровья, радости. И хорошо, хорошо, такой волшебный коктейль. Хорошо, хорошо в себя втираем. Волосы густые, да, прям вот говорите, мои волосы сильные, здоровые, блестящие, эластичные, и делаем такой классический беспорядок, да. Раскрываем змеечку, оп, черепную коробку, оп. И сюда замешиваем серотонинчика, дофаминчика, все гормоны радости, да, эндорфинчики. Да, и хорошо, как тесто, вот так массируем. И говорим, мой мозг пластичный, мой мозг гибкий, мой мозг адаптивный, мой мозг позитивный, да. Я все могу, я разрешаю все себе. Расслабили, закрыли, хорошо, и немножечко так вот постучали, и ушки, ушки, да, хорошо, хорошо, разминаем наши ушки, на которых все точечки связаны со всеми органами. Открываем окошки, Гульнара, Наталья, Айгуль. И вверх себя потянули за прищепочки. Поиграли на гармошке. Вот, и вниз потянули, да. И теперь по кругу, да. Спасибо всем, кто открывается. Потому что мне тоже ваша обратная связь приятна, чем черные окошки. Ой, хорошо, хорошо, да, молодцы, молодцы, да. И смотрите, друзья, когда мы делаем вдох, мы дышим низом живота, вот это вот очень важно. Поэтому опустили плечи, да, вот мы их расправили, да, королевская осанка. И вдох мы делаем только низом живота,
Давайте потренируемся, у нас ручки отходят. Вдох. А выдох. Животик втягивается, втягивается, прям прилипает к позвоночнику. Вот когда мы выходим на сцену, да, или когда мы фотографируемся, мы втягиваем животик, да. Вот при выдохе вот такой втянутый должен быть животик, как у голодного волка. И еще раз вдох. Выдох. Теперь обратите внимание, когда мы начинаем смеяться, мы всегда смеемся на букву А. Почему? Нам важно очень, чтобы как можно больше воздуха из нас вышло при выдохе. Именно поэтому мы позволяем через широко открытый рот добавлять громкость. И А – это лучшая буква, через которую беспрепятственно выходит воздух. И давайте возьмем сейчас два смеха мешочка, да? У кого там еще, если взрослый сидит, выключаем, выкидываем, включаем ребенка, будьте как дети, всегда радуйтесь, сказано в Священном Писании, включаем ребенка, два мешочка и на букву А громко широко открыв рот, и смеха яблоки, вот все, что перед вами лежит, взяли, и вдох, и... И теперь, друзья, давайте с вами посмеемся так, чтобы у нас выдох был длинный-длинный-длинный. Почему? Потому что йога смеха, включая вот эти вот правила, она подразумевает развитие легких. Почему это входит в постковидную реабилитацию, да, посттуберкулезную реабилитацию? Потому что при обычном смехе мы дышим обычно. Когда мы включаем правила смеха, то... Мы вместо 1 литра воздуха берем 4 литра, и наши легкие, они как парашюты раскрываются, да? И для того, чтобы взять вот эти 4 литра, нам нужно, чтобы выдох был до конца. У нас голос заканчивается, а мы смеемся, как? Как мы смеемся? Давайте сейчас бесшумно покажем, как мы смеемся. Представьте, что вы пришли в театральное отделение, и вам дают разные задания, и вам нужно перевоплотиться. Сейчас мы перевоплощаемся, ну, такого беззубого деда, который смеется бесшумно. Давайте воздух. И... Вот когда уже начинаем задыхаться, вот тогда берем воздух. Хорошо? И сейчас мы делаем, смеемся, включаем звук, а потом, когда у нас воздуха не хватает, мы уже продолжаем смеяться беззвучно. И приготовились, вдох. И... Итак, еще раз мы сейчас с вами попробуем и добавим еще тело в дело, да? То есть нам говорят, так, кто здесь лучший артист? Ну-ка, давайте конкурс на амбассадора смеха. Кто заразительнее всех смеется? И мы включаем сейчас все тело и смеемся руками, смеемся глазами, сердцем, почками, селезенками, попами, коленками. Всем-всем, что у нас есть. И выдох у нас долгий-долгий, да? Вспоминаем все наши правила. Итак, вдох на букву А, широко открыв рот и... Давайте вместе посмеемся, включите звук и... Ha 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 ha!
и становится жарко, как в спортзале. Продолжаем делать массаж. Когда мы смеемся, мы обязательно делаем все на улыбке. Мы следим за правильным дыханием. Мы смеемся на букву А, да? Кто молодец? Скажи я! И стараемся, чтобы у нас как можно больше косточек проверяем. Чтобы как можно больше костяшек у нас поместилось. И когда убираем руку, рот так открывается, чтобы больше вышло воздуха. И чтобы мы потом новую порцию воздуха взяли, прям вот как я уже сказала, как можно больше. И вот здесь работают наши легкие, вот тут мы их развиваем, да. Идет кровообращение, очень классная циркуляция. И, конечно, улыбка и смех – это красота для всех, это face building, да, также это эмоциональный интеллект, и также это служит миру во всем мире, да. Еще раз вдох. Выдох. Но мы продолжаем наше актерское мастерство. Мы с вами сегодня пришли в театр, и какие нам задания не дают, мы, не стесняясь, их выполняем, хорошо? И сейчас мы с вами лезем в сундук, и нам сказали вытянуть вот все, что попадется, и мы должны это изобразить. Итак, встаем, это утка, крякаем и смеемся. Лариса, у вас классно получается. Ha ha ha.
вот сейчас бабка Ёшка. А как бабка Ёшка смеется на букву И? Дох. А кто-то увидел бабку Ёшку испугаться. Снимаем эту маску, маску страха, выкидываем навсегда. Ух! Ничего мы не боимся. Я смелая, я сильная, я все могу. Лариса, вам спасибо. Знаете, когда мы разогрели горлышко, я сегодня не могла себе найти время, чтобы посмеяться. А с вами получается. Я очень рада вас видеть все. Спасибо, спасибо, тоже рада, рада вас всех видеть, за всеми соскучилась, что молодцы, мы! Кто лидер, скажи, я! 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 Давайте немножечко пальчики наши тоже разомнем, да, вилочка, да, в каждую вот так, подушечками, раз, два, поздоровься, еще вот так, вот так, средние, безымянные, мизинчики назад. Цепочку, указательные и большие, раз, два, указательные средние, раз, два, указательные безымянные, указательный мизинчик назад. Хорошо, пальчик, зайчик, раз, два, раз, два, хлопочек, раз, два. Пританцовываем, включаем больше, да, больше нейронных связей. Во дворе трава, на траве дрова, кто скажет? Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе заходим, трава, на траве дрова. Во дворе трава, во дворе трава, во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе, трава, на траве, трава. Трава. Во дворе трава, на траве, 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 трава. Клопочек добавляем. Во дворе трава,
на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. На траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. Не бойтесь смеяться над собой, как сказал Юрий Никулин, всеми любимый, это самое лучшее искусство. И даже во время Великой Отечественной войны специально приглашали баянистов, которые пели частушки, которые дурачились, смешили солдатов и зажигали их боевой дух. Не случайно и в госпитале приходят люди, которые стараются развеселить, рассмешить солдатов. Приходят в онкологические центры, особенно в детские, приходят клоуны, которые стараются рассмешить, потому что смех он исцеляет, смех он дает силы, энергию, смех он обезболиватель, да? Поэтому обязательно, друзья, приходите на наши смехозарядки каждое утро в 9 часов, и у нас зарядки будут разные. Сегодня мы больше коснулись йоги смеха, да? В другой раз у нас будет смехомассаж, в другой раз у нас будет смехотанцы. А по субботам у нас больше будет вот нейрогимнастика, да, которая запускает работу нашего мозга, делает его гибким, адаптивным, да, укрепляет нашу память. И все это вместе со смехом обязательно, да, и мы заряжаемся. Мы обязательно будем делать и упражнения на пластику, на королевскую осанку. Ну, кто уже ходил на мои смехозарядки, знает, что я люблю импровизировать, потому что в одну зарядку все не поместишь, да, хотя сегодня мы немножко и нейрогимнастику вспомнили, да, но завтра, наверное, больше мы уделим внимание зарядке нашей фигуре, нашей пластике, нашей гибкости. Вот знаете, сейчас вот мы были в Турции, были у нас там танцы, свои дискотеки, и вот я на что обратила внимание, я включаю вот эти движения, которые мы с вами проделываем, я их включаю в танцы, это так классно смотрится, и даже к нам подходили незнакомые люди, которые спрашивали, вы тут наняты, да? А мне говорят, вы, наверное, руководитель танцев, представляете? Просто наше тело имеет мышечную память, оно запоминает, и когда мы включаем разнообразные наши движения, да, а бывает такое, что мы, как вот, растения под водой, помните, мы делали, или колосочки, которые на ветру, да, и мы слушаем свое тело, и потом вот эти движения, они у нас добавляются и в танце, и давайте сейчас будем колосочки на ветру, хорошо, и включаем камеры, вдох, и ветерок дует, и мы просто можем закрыть глазки, и можно вот так вот, вот дать размяться своему телу, и чтобы каждый наш позвоночник, каждая мышца, та, которую мы, может быть, давно не задействовали, та, а то, что мы не задействуем, оно потом перестает работать. Поэтому очень важно, чтобы мы были вот гибки, да, чтобы у нас вот ничего не забывалось. И все это делаем, конечно же, со смехом. И развиваем нашу фантазию, да. И это нас раскрепощает. И когда, друзья, вы выходите на сцену и говорите, перед вами выступает лучший оратор, да. Я там интеллект-тренер. Все, что вы скажете, да, это будет сопровождаться раскрепощенностью, жестикуляцией, да, вот такой шарик покатаем, давайте покатаем шарик, потому что когда мы работаем на сцене спикерами, даже если это вебинар онлайн, наши руки, они должны работать, да, они должны быть свободными, и мы свободно ими жестикулируем, и каждое слово, да, мы подытожим, мы показываем руками, мимикой, да, вот такие раскрепощенные. Именно для этого мы делаем и скороговорки, да, и для того, чтобы наш мозг хорошо работал, мы совмещаем это все вместе, да. И вот такие вот колосочки на ветру, да, вот такая природа. И набираемся силы от этого ветерочка, от этого солнышка. Гармония с природой, позитив, да. Да, давайте попьем водичку, которая у нас зарядилась. Зарядилась нашей смехоэнергией, нашей радостью, нашим позитивом. Да. И знаем, что водичка, она запоминает все. Поэтому пьем, обязательно проговариваем, да. Выпиваем счастье, выпиваем здоровье, молодость, красоту. Как вы себя чувствуете, ребята? Как ваше настроение? Замечательно. Водичка желательно, чтобы была восхитительная. Спасибо. Благодарю, благодарю. Восхитительно.
Я вас благодарю всех, кто сегодня пришел, кто ходит сам, кто приглашает своих друзей, потому что йога смеха, она служит миру во всем мире. И что человек внутри, тем он и делится с окружающими. Поэтому пусть у всех у вас будет внутри солнце, будет радость, гармония. Запускаем вот с утра всегда самый классный, самый счастливый день. Утром просыпаемся с благодарностью. Сотворил же Бог такую красоту, да? Но ведь с Богом не поспоришь. Поэтому убирайте всю скромность, да. Хвалите себя, любите себя, делитесь этой любовью с окружающими. Если мы не будем любить себя, мы не сможем любить никого других. Завтра также в 9 утра по Москве, 12 часов в Бишкек, Казахстан. Мы с вами встречаемся. Завтра больше уделим внимания нашей пластике, нашей гибкости. Разомнем мышцы хорошо. Да, палочки приготовьте, там резиночки, поясочки, у кого что есть. Так, завтра хорошо прогреемся, избавимся от лишних калорий. Будем больше стройнеть. Италия 7:30. Вот, чтобы мы были такими стройными, красивыми. Наберите водички, вот 2-литровую, допустим, бутылочку. Или графин, и старайтесь потихонечку, несколькими глотками в течение дня выпивать. И, конечно, когда готовим, когда пьем, помним только о положительных эмоциях. Хорошо? Я благодарю вас всех, друзья, всем вам отличного дня, настроения. С вами была Иванова Лариса, и до завтра, до новых встреч. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, Лариса, уникальная. Величайшая королева. Благодарю. 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 Благодарю.